Всем привет и особый привет счастливым обладателям статистики в красных тонах, которые гордо заявляют, что играют только ради удовольствия. Специально для них и не только представляю танк, от которого вы получите очень много позитива. Это советский премиум танк третьего уровня БТ-СВ. Быстроходный танк «Сталин Ворошилов». Одно название чего стоит. Получить этот танк себе в ангар можно только одним способом. В магазине атрибутики Wargaming приобрести так называемый советский подарочный набор. А еще лучше, чего искренне вам желаю, получить этот набор в подарок от близких. В моем случае подарок мне сделала любимая жена. Будем надеяться, что мои пожелания сбылись, и вы получили в подарок советский подарочный набор. Что мы видим? Первое, что мы видим, прекрасную, очень красивую и внушительного размера коробку, внутри которой вы найдете вот такой очень красивый коврик, весьма большого размера, познавательную книгу про КВ-1, кружку, подставку для кружки, кое-какие приятные мелочи. И вы уже начинаете забывать, что завтра на работу, или в школу, или, может быть, даже к зубному врачу, но и это еще не все. Оп! Вот они, бумажечки с бонус-кодами, активировав которые вы получите 10 тысяч золота, 3 месяца премиум-аккаунта, танк БТСВ, слот для него и 100% обученный экипаж. Пока у вас совершенно обалденное настроение, быстренько отмечу, пожалуй, единственный заметный минус этого танка. Вот видите 4 глаза? И ни в одном из них нет зрения. Они не помогают. У БТСВ очень плохой обзор, всего лишь 280 метров. И теперь, пока вы еще не поняли этот минус, переходим к плюсам. Рикошетные борта, экраны, хорошая скорость и динамика, отличная скорострельность и сведение, льготный уровень боев. На своем третьем уровне хватает обычных снарядов. Для боев с четвертыми лучше иметь некоторое количество голды, а к пятеркам танк не попадает. Вот мы уже в бою. Встречный бой. Поэтому сразу двигаюсь в сторону базы. Тут, собственно, и других вариантов-то нет. Сразу хочу сказать, что бой не выдающийся ничем, кроме того, что в этом бою я взял мастера. Вы увидите, что на БТСВ взять мастера совсем не сложно, потому как танк достаточно редко встречается в рандоме. Смотрим, где враги, где наши. Как-то расползаются все по карте. Ну, поищем. Сейчас появятся враги и попытаемся с ними что-то сделать. Счет 0-1. Не в нашу пользу. 0-2. Снова не в нашу пользу. Разбираем ПТ-шку вражескую. Счет тем временем сравнялся. Тольди от нас отгребает свою порцию. Как видим, одноуровневых соперников пробиваем достаточно легко. Еще один Тольди отхватывает. Счет уже в нашу пользу. Второй фраг. Вот здесь я пойду вправо сейчас. Откровенно говоря, очень надеялся на то, что помогут союзники. Союзники почему-то не стали помогать. И вот такая достаточно бурная перестрелка. Четвертый фраг. И на этом бой для меня бесславно, в общем-то, заканчивается.
И вот итоги боя. Мастер, некоторое количество медалек. И мастер при 4 фрагах. И немногим более 600 дма. Так что, как я и говорил, на БТСВ взять мастера совсем не сложно. На этом, пожалуй, у меня все. Всем побольше дамага, всем побольше фрагов. Играйте в удовольствие. А с вами был Львович, и продолжение, как всегда, следует.